Британия назвала точное время выхода страны из ЕС. Правительство Великобритании решило внести поправку в законодательство. Правительство Великобритании законодательно оформит точное время выхода страны из Европейского Союза. Об этом сообщает Reuters. Так, выход королевства из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому или в 00:00 по центральноевропейскому времени. Дата была известна ранее. Лондон планировал покинуть ЕС ровно через два года после запуска Brexit. Теперь правительство решило внести поправку в законодательство с указанием точного времени. Мы выслушали представителей общественности и членов парламента и сделали это уточнение, чтобы устранить любую путаницу в формулировках, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Евросоюз резко увеличил сумму финансовых претензий к Великобритании за выход из состава ЕС. От Лондона теперь требуют заранее выплатить до 100 миллиардов евро, что вызвано ужесточением требований группы стран во главе с Германией и Францией. По материалам сайта news.com.